Всім привіт, я Нікіта Двченко, і мої гості, як завжди, на спортіку. Артур, тебе як фаната, вболівальника. Я тебе як завгодно можу називати, буду називати вболівальником, спортивним баскетболу. Саме так ось звідки ля така шалена, іноді навіть безглузда любов до цього виду спорту. Ну, все почалось в 98-му році. Мій тренер мене привів на баскетбол, сказав, треба дивитися. Понимать игру не только на площадке, но и визуально. Поэтому в 97-98 сезон я пришел в баскетбольный зал Динамо. Uh -huh. Сел под кольцом, и началась моя карьера в 25 лет уже. Ага. А как она завершилась, самая карьера в баскетболе? В баскетболе. Ну, надо себе вовремя сказать, что ты не спортсмен. Uh -huh. Это лучше, чем пародия некоторых наших спортсменов, которые Які грають. Сьогодні продовжують кар'єру, навіть. В да. Та чому така складність? Тому що вони нічого в житті більше не вміють, як. Ну, звісно, в лучшему випадку це будуть охранники, в худшому грущих. Ти маєш на увазі, коли вони завершать кар'єру, так. Кар да. угу. Кого ти знаєш з гравців, які після завершення кар'єри не будуть вантажити щось? Вантажити, ну. Но... За Курдаєв точно не буде вантажити? Uh -huh. Хто ще? Ну, взагалі, не з Дніпра. От в українському баскетболі, хто, yeah, на твою думку? Много ребят, які з головою, а там тот же Макс Канате, який приймає участь і активне в криптовалютах і прочому uh -huh. основном. Канате, я думаю, там Лукашов парень умний, да, достатньо, з мазагами. Ну, много ребят. Тот же там, я думаю, Кирилл натяжка. Uh -huh. Ти з багатьма гравцями? коммуникацию какую-то да без вопросов со, со со многими общаюсь без вопросов давно и долго и тренера и нормально есть с кем тяжело очень тяжело кто это ну тяжело а в чем в чем складность? ну есть люди которые воспринимают меня таким как, как я есть на баскетболе да угу. когда я постоянно в эмоциях а есть те которые понимают что эти эмоции они есть два часа непосредственно на площадке возле площадки. Есть другой Артур, который uh -huh. есть за пределами площадки. Ты сколько матчей в э, своем жизни э, пропустил? 12. <laughs> ты про просто... Днепропетровске точно. <laughs> но... Честно скажу, я даже знал, что ты знаешь эту цифру. Вот я, я догадывался. 12. По идее 12. Первый матч я пропустил э, в сезоне 12-13. Это был матч за Верлей. метеория Метеорием. Uh -huh. Поважні причини, які були так. Да, Поважної причині. Ну не вийшло. Ага. Ну скажу так: жені сказали, когда была була свадьба, якщо буде свадьба, там буде баскетбол, і я до баскетболу заїду. А ти на виїзні, до речі, матчі да, їздив. Ну, очікування. Ну, в основному катались самостоятельно з товаришем Олександром Скляром, з угу, угу. Вадиком Гончаренко. Ну і в своєму, коли були фанати, теж їздив. Ну. Слухай, ну ти не є частиною фанатського групування. Да, однозначно. Ну, раньше был, сейчас неинтересно. А раньше это когда? Раньше и... это когда был у нас спортивный директор перед Алексеем Васильевым mm -hmm. Ростислав Юрьевич Дремов. Мы с Юджином вместе как бы занимались. Юджин был больше на футбол ориентирован, а я был на баскетбол. Все. То есть там лет, наверное, 4-5. Ты прям на выезд? Да, я организовал выезд в Черкасы, самый большой выезд. С 10 автобусами в Черкасы. Это, это, это был наш выезд, да. Черкас вообще у нас шикарный город был в определенное время. Ага. А на матче сбирной Украины с баскетболом? Не езжу, не интересно, честное слово. Что самое тебе в сборной? На сегодняшний день не интересно. Да, там есть наши ребята, все красиво, классно. Вот там Зотов тоже пришел вместе с Павловым, да. Но мне не интересен руководство этой сборной, начиная от тренера, и заканчивая президентом. Ми заговорили про те, про домашні поєдинки, які там 12-ти пропустив. Да. Скільки разів тебе виводили з залу, коли ти вже задов... Ні разу. задовбав? Ні разу в могли і сказати: е, треба пересісти, пересаджувався, але виводити не виводили. Ну, е... Не мають права, скажу так. Навіть За... сильно захотять, <laughs> вони не виведуть. Знаю <laughs> історію, що колись на метеорі ще е, тебе також попросили пересісти чи вийти з залу, чи щось таке, це правда чи ні? І ти десь там під, на останньому рядочку все одно сидів і щось там кричав, як завжди. Mm, Метеорі, ні, не пам'ятаю. Був випадок в Мегароні. Ага. Інтересний. Матч був з Дніпрозотом. Судив товариш Сліпуха, Рому Пономаренко. І третього суддю, я не пам'ятаю. Я сидів на першому ряду. Команда у нас була замечательна. З Гріша Хижняком, царство ему небесное. Я сидел в первом ряду, уничтожал просто очень жестко судей. Действительно, было предвзятое судейство. Сказал, слепуха пошел останавливать матчи и пришли ко мне четыре копа. Меня забирать, Валерий Валерьевич меня рядом посадил через место и сказал, сиди вместе с Мишей Зайцевым, сказал, сиди, все в порядке. Пока шли милиция и судья ко мне, я уже сидел рядом с Валерием Валерьевичем, Ага. Судьи, точнее, охрана подошла, посмотрела, вместе с полицией никого нету, все ушли. Было такое. Да. Ну, е, слухай, ось ця емоційність твоя, она с віком трошечки зменшується чи ні? Ну, я скажу так: є матчі, на які ти приходиш, емоційно розумієш, що ти должен быть. Дать ему оце, да. Ты є... вважаешь, что це реально что-то дає гравцям? Е, є... Нашим, наприклад. Нашим, конечно. Так? Я знаю, кому даёт, і... ну, ми этот момент опустимо, не дает. Е, нашим дает, я знаю, просто кого надо провоцировать. Да. Есть люди, которые ведутся на провокации. Суперники. Суперники угу. да, однозначно ведутся на провокации. І... В их действиях есть негатив и позитив. Но есть такие, которые тычат на баскетбольной площадке Факе. О, Боже! Да, тебе. есть такие у тебя прям миссия. А, ну, у меня не миссия. Есть люди, которых, которых надо выводить. Угу. Да, то есть они немножко внутри коллектива душа, да. И когда ты их заводишь, начинается дисбаланс у всей команды. Си потом гравцы. Си. Ah, вони до тебе підходять і кажуть, щось? Да, ну серйозно з останніх розговорів був з Максом Пустозвоновим. Ну це взагалі зайця твій улюбленець. Так щастя, ми здоров'я. А ви коли-небудь спілкувались не на повишених якихось з ним, так. Після останнього разу я його травив постійно за те, що він поїхав в Америку і хотів грати в НБА, Ну я йому сказав, що в НБА у нього місце махати. Я полотенцем. Стас uh -huh. Тимофеенко нас разнял, успокоились. Ну, мы с Максом пообщались, в принципе. Он своеобразный человек, да, с которым тяжело находить контакт. Мне лично. Мы друг друга поняли и договорились, в принципе, разойтись и, и больше не общаться. Выходит, что, по сути, будь как команда, то уже подразник для тебя? Нет, абсолютно. Ну, у меня спокойное отношение к команде Николаева. Слушай, ну, честно говоря, там и хвилюватись нечего. Нет, это дело даже не в и просто есть люди, которые, ну, они не заслуживают. А -а -а. Там хорошая команда, да, то есть есть команда Николаева, классная, с историей. Они там одни из двух Советского Союза, которые пришли, они видели историю, и крутая команда, но у них есть бестолковый товарищ в руководстве, да. Uh -huh. То есть там никого из игроков трогать не хочется, там нормальные ребята, и их даже не выведешь, если захочешь. Они не заразимые. Да. А в руководстве у них есть там люди, которые, которые вредят команде этой, да. И жалко, например, для меня, чтобы эта команда пропадала и там на том же баскете, да. Я уничтожаю эту команду, ну как бы не команду, а этого человека. А команде мне, например, мне не не совсем понятно, как они могли поступить с Алексеем Мануфриевым, да? Дорочий. То есть, ну, человек отдал 20, 20 лет команде. Он приехал с Днепропетровска пацаном 19-летним. Uh -huh. Я там видел, знал Лешу еще маленьким мальчиком, да? Маленьким, худым, 35-килограммовым, да? И парень там и в Украине за сборную играл, и все, и команде отдал, и с ним поступают, так, ну, не по-человечески. То есть, команду трогать не хочется, хочется трогать руководство, которое по отношению к этому человеку так поступила. Он для меня он не однозначно он живет в Николаеве. Все, ну для меня он воспитанник нашей школы, он с нашего города. Разумею. Команда Кривбас поворачивается, дурачи, у чемпионат. Дерби. Что скажешь? Дерби, но это не Кривбас Буряка. Угу. То есть это Кривбас, это интересный проект на самом деле с молодым тренером они возьмут сейчас хороших ребят украинцев, того же Клима Артамонова, насколько я слышал, возможно, Влада Коренюка. И, по крайней мере, есть контакт у них. У них гроши есть? Да, у них есть деньги. У них э, президент клуба, он играл в свое время в Италии, он баскетболист, ему 45 лет там где-то. Папки есть. Это угу. что-то схоже на Прометей? Ну, Прометей для меня однодневный проект, который должен погибнуть. Но он все равно э, ну, это пока. Подождите, Америка скоро Америка скоро прийде к нам в гості. <рес> тут, тут. Тут. Угу. Е, дивись, е, Команд стає більше в чемпіонаті. На твою думку, яке ідеальне число команд повинно бути у Суперлізі? Ну, моє мені, це мало бути два круги і 14 команд мінімум. Угу. У наступному сезоні скільки буде команд? 12. 12. Mm, да. І буде коло. Four. Four. Четыре. Это 48 матчей. Для э -э такого чемпионата. И это интересно. Э -э многие говорят, это много, и это неправильно. Ну давайте так. Лучше смотреть два матча в неделю, чем смотреть один матч в две недели. То есть э игроки говорят, они устают. Я все прекрасно понимаю, но они играют не бесплатно, не за 5 гривен. Mm -hmm. Они получают достаточно вменяемые деньги на сегодняшний день. И я считаю, с восстановительными процедурами, совсем всем они могут тянуть 48 матчей, это не так много, да, то есть в НБА могут, у нас не могут, в Европе могут, у нас не могут, Кипр играть может, Израиль играть может, Америка, Англия, Австрия, Австралия, все играют, у нас не могут, у нас устают, да. Во Франции ничего, провели за три недели по 15 матчей, все было хорошо, никто не умер, у нас умирают, <реш> ну, Дурна ідея, якщо будуть бабли від Михайла Юрійовича. Йому особливий привіт. Зараз про нього також да, поговоримо. Да. Українські судді, ти завжди ними мене задоволений? Ні, у мене є люди, з якими я в хороших відносинах. Давай не про відносини, а оціни, як роботу суддів, якими ти задоволений. Роботу суддів? Ну, я доволен Бурерижихом. Він угу. той чоловік, даже навіть. Если... И происходит что-то не так, он свистит один раз. Он знает, где свистнуть один-два раза, и этого достаточно, да? То есть поменять игру, изменить что-то и все. То есть постоянные свистки не будут, например, как, как у товарища Николая из Полтавы сегодня с Киева уже. Смотри, выходит, что Твоє, а, твоя оцінка суддівському колективу, так, від Федерації баскетболу України, а, по суті, дуже низька. А Рівень не... суддів низький в Україні, да, так. він он, он низький на коли ми граємо чемпіонати України. Коли ми граємо, точніше, коли судді судять в Європі, у них все добре. У них хороші оцінки Озищука, у Зищука mm у -hmm. у ребят, так, да, не будемо фамілію називати. Вони хороші ребята в площадке. Ну, на площадке. Они делает беспредел. Очень многие из них, я понимаю, все хотят быть Ламоникой, да? В в баскетболе и быть классным на площадке, там, берём того же Шужу, который ушёл, да? Ну тот цирк, который утворял он, ну не было такого второго. Судьи украинские, э, вони, так би мовити, скують усі команди на майданчику, чи якісь окремі. Ну, я скажу честное слово, по этому сезону, который проходил, большую часть пришлось посмотреть по ящику, да? Угу. Я скажу честное слово, они занимаются туризмом вообще, они уничтожают всех. И, и есть команды, к которым они относятся предвзято, абсолютно предвзято. Но, как показала практика, страдают все команды. Берем матч Тернополь-Прометей, да, который проходил в Тернополе, и в первые две четверти грузили одну команду, две четверти ага. прошло, грузят другую команду. Вони таким вирівнюють чину гру? Можливо, боже, що ми там насвистіли, чи ні? Mm, ну, тут, опять же, кого вбивають в первые дві четверти, это им уже тяжело психологически. Uh -huh. То есть, когда тебя убивают в первые дві четверти в начале, когда у тебя есть запас времени 40 минут, у тебя говорят глаза, тебя убили, у тебя остаются 30 минут, 20, все время меньше, 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 меньше. А потом, когда тебя начинают возвращать, ну, по мне, это уже. Ну, оно бесполезно, потому как человек морально убит, да, тем более, если взять там команды, где есть много молодых ребят, или там, они не молодые, но они не имеют такого опыта большого, они просто получают подхвост и все ни за что. И все, ребята выполняют свою работу, судьи тоже делают работу. Никто не говорит, что они там плохие, да. Есть хорошие матчи, действительно, они классно отсудили. Давайте посмотрим на решение Федерации, когда Тернополь, Тернополь Запорожье мы играем одну четвертую, да, у нас половина судей отказывается от Саши Раевского. Угу, который был хороший баскетболист, но на площадке он исполняет, ну, я не знаю, и, ну раз человека без какой-то это, он свистит все, что можно и нельзя. Да, там? Угу. Тот же защит Три матча отсудит вообще шикарно. В четвертом матче, неважно какой команды, он отс отсудит плохо условно, там, Одесса и Николаева. Отсудил плохо, там, открываешь интернет, читаешь, все, ужас. Все, ты это ты, ты, ты смотришь, пять минут сольное выступление сделали, приехали в театр посмотреть на определенного судью, сделали бу бу фух, все. Он плохой в интернете, федерация, но говорит, все хорошо. Федерация. федерация. Да. Назвы два минусы и два плюсы всей организации. Давай с плюсов. Давайте с плюсов. Бродский, конечно, парень такой специфический, да, но ему надо сказать спасибо за то, что он сохранил команды, Помог деньгами очень сильно Угу. Він допомог деньгами Ніколаєву. Він договорився, щоб определенно люди допомогли Одесі. и э, хіміку Южному помог. за это йому плюс однозначно. команд. Для тебе Федерація баскетболу України це Броцький чи це колектив? Mm, це колектив ну… Там есть хорошие ребята, но их, их, их просто очень мало. Еще Они... есть какие-то плюсы в работе э, Бродского коллектива? коллектива Нет, ну я не вижу, честно. Финансирование? С властного, э, я так понимаю. Э, финансирование? Но опять же, с, с властного. Это он говорит с властного. Да? А как оно есть на самом деле? Просто если знать Михаила Юрьевича и посмотреть глубоко в историю его политическую, да, он поругался со всеми. С Симошенко с пзж и с Ющенко, и со всеми, со всеми. То есть, ну, человек такой конфликт, да? Ну, так. Поэтому выражение его в интернете, это можно умереть. Последняя относительно Андреевича. 18 плюс, я разумею. Ты шо? А, минусы Федерации Баскетбола Украины. Ми... Давай два главных, какие ты вважаешь. Минусы – это, ну, судейство, которое не работает так, как оно должно работать должным образом. Это баблы, которые были созданы бестолково, которые, я считаю, сделаны были против Днепра в определенный момент, да, который бабл киевский. Однозначно. Да, да, То есть это было на убитие. Да, ну просто тяжело. Ведь суть не системной работы. Системной работы нет. Нет системной работы. Смотришь там, Базилевского, да, Диму. Он говорит, там есть друзья, но работает система нехорошо. Не Смотришь, славу Медведенко, есть система, она убивает. Да? Там, мы берем тот же баскетбол 3 на 3. Мы выдумываем какие-то правила. Ребята играют. Там, профессиональный баскетболист не может играть там. -то. Подождите. ну У него есть контракт с клубом, условно, с мая по апрель. Да? Ой, там, с, с сентября по май. Uh -huh. Все, дальше три месяца он может заниматься, чем хочет, правильно? Он, По факту, да. Да, он же не Йому может... Ему же никто заработной платы не платит. Конечно. То есть федерация... Вопрос другой. Федерация может запрещать, если федерация застраховала человека за свои деньги. И оберегает его. И оберегает Тогда, конечно, без вопросов. Если федерация говорит, вот ты наш член, вот мы тебе платим э, страховку. Тому там... ты и не играешь. Да, конечно, играть тогда не будешь. Профессиональный клуб не будет нести убытки. Вдруг у тебя травма. Федерация за тебя побеспокоится, если ты играешь. В офіційному не в офіційному, тоді, звісно, пока. Uh -huh. А так ми, виходить, уличный баскетбол хотімо їхати на олімпіаду, але ми не даємо їм їхати на олімпіаду. Да? Uh -huh. Той примір з нашими ребятами, які були викинуті зі сборной. Про баскетбол. Да. Назви команду у Суперлізі, яка щороку знаходить найкращих легіонерів. Степановский химик. Ого. Однозначно. Классно. Ну, хороший Валера Плеханов, но опять же, через сезон. Стреляем через сезон. Кто будет в цьому році, на твою думку, грати в півфіналах? Четыре команды назви. Дніпро, про Будівельник. Угу. Про и я думаю, наверное, Київ Баскет. К сожалению. Київ баскет. Да. Ага. Хороший ростер там. А почему, кстати, к сожалению? Не люблю эту команду. Это фейковые команды, созданные Бродским. Давайте посмотрим 96-97 год, 95-й, да. Когда из Днепропетровска увезли Тослицкого и половину молодежи собрали мы в великом клубе, да. И где великий клуб восстановился через 15 там или 17 лет в виде Киевбаскета, да. Слушай, ну команда же все равно сильная. Никто же не спорит. Хорошая команда. Ну с такой, почему Я... такое такой не бодатись? Не хаес, ну и фейкчины. Не фейк? без вопросов. Ну в Киеве для меня одна команда. Это Будиевенко, да? Как в Непропетровске сейчас одна команда это не. Правильно, там где-то есть. Пускай едут Ковенского. Три найкращие легионеры за всю историю. Не правильно. Взагалі, чемпіонату України. Фред Хаус. Класс. <laughs> Піджей -такер. <laughs> не. Такер. Не. Такер угу. не. Фред Хаус, добре. Фред Хаус, Джейсон Нет, не Кроу. Давайте не про Ну давай, добре, добре. Давайте не про. Это однозначно будет товарищ, которого я люблю, <laughs> который не доиграл сезон наш. Э -э Господи, как его нашел? Генри Дуга. Генри Дуга, да, однозначно. Генри это белый, это белый американец, это душа uh -huh. команды, это супер парень. Дерек Лоу однозначно тоже. Так, это да. был хороший парень. Душа коллектива, матершинник, бандит по жизни, царство небесное. Это Мартина Андрюкайтис. Хороший парень. Да, много было хороших ребят. В плане воспитателя был Фред Хаус. Это был классный парень, которого любили тоже все. Помогал молодым, рассказывал. Тот же Джейсон Кроу. Сумасшедший Патрик Беверли. Точно. Однозначно, это был тоже серьезный тип. Ты, как бы... На сегодня, yeah. uh, если бы играл в баскетбол, на якій позиции позиції ты играл? <laughs> <laughs> ну давай yeah. пофантазируем. Играл бы. Ну так как я уже животный, я бы играл пятого номера. Ну 20 сантиметров прибавить. <laughs> Поштовхался. Да, так? с удовольствием. Как ФСБ <laughs> толкался. <laughs> я тебе зараз буду называть прізвище, а ты опиши одним словом цю людину. Балдаев. Балдаев. Энергетика сумасшедшая. Супер. Я безумно рад, что этот человек возглавил команду. Бродский. Еще варианты. Ну, я бы его назвал, как он назвал Андрея Шевченко, но будет хорошо для него. Журавлев. Карандаш. Цикаво. Мурзин. Дядя Женя. Агапов гапов Спокойный. Классно. Е, Степановский. Взрыв ракета. Внутри него сидит Митрович. Ага. Или он сидит внутри <laughs> Митровича. Ну, бомба. Багацкис. Зарабичанин. Бизнесмен. Класс. Он же сам себя так назвал. Ну так, до речи. Бизнесмен. И последнее. Твоя пятерка Найкращих гравців Днепра за всю историю? Стас Тимофеенко однозначно. Добре. Давайте сделаем до 2005 и с 2005. -го. Окей, окей. Я застал еще те времена. Стас Тимофеенко однозначно. Коля Верховецкий. Oh, wow. Так, давай так. Коля... в душу. Коля Вельховецкий <laughs> первый номер у нас будет. Да? <laughs> Добре. Вторым номером возьмем Патрик Беверли. Ага. Третьим у нас будет... Никитка, я, блин... Я разумею, я разумею, все складно. Так, так, третьим номером у нас будет, пускай будет... Не надо украинцев всех назвать. Не, нас не нужно. Не, я хочу украинцев. Ну, давай. Ну, мы ж... Наша команда, все должны знать. Так, Коля Вельховецкий раз. Стас Тимофеенко, это будет два. Корешок это будет три корень. Угу. Добрый коренёк. Uh, не Корниенко. Корниенко. Не Коренёк. Ой. Не коренюк. Мишула. Угу. И Санон. Санон. Да. Это, угу. это мы берем наш Днепрян. Ну, это бы такой легенький склад. Да, Ну бегущий. Да, ну, да. Корень, конечно, не совсем уже бежит. Uh, если взять до 2005 года, это Женя аненков однозначно. Это Дима Марков. Это Олег Казарес, Таутвида вот Следека ага. и Завадскас. Круто. Но тут большая пятерка была, больше. И вот теперь точно так же, останнее. У тебя есть 30 секунд, ну 20-30 секунд. Звернись до баскетбольного клуба Днепро, до гравців. Они сейчас уже сборы проходят. С пожеланием на наступный сезон. Ребят, я желаю вам каждому здоровья, чтобы у вас все получалось на тренировках. Чтобы Дима выжил с вас все соки. На сегодняшний день и в чемпионате это дало результат. Чтобы вы бежали, вы были действительно самой защищающейся быстрой командой. Вы не филонили, как вы это делали при Денис Павловиче, а работали, как вы делали это в конце сезона за последние месяц. Я думаю, у вас все получится. Мы встретимся в финале. <laughs> И надеюсь, золото настоящее мы возьмем, не коронавирусное, а официальное в официальных матчах. Поэтому всем всего супер. <laughs> я, я думаю, все будет хорошо. Ну что ж, друзья, это был Никита Дрюченко На спортику любить будете виды спорта. Еще побачимось.